Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Таксикул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go! Погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Deo Lexus. О, четенько. Уточка на базе. Певчанский тоже, котяра тоже здесь. Ребятки, на улице плюс 32, вот такая погодка у нас, собственно говоря. А на солнце до плюс 47-50. Собираюсь, мои хорошие, иду в строительный скуповываться. На крышу там надо купить мне эти самые, скажите, я скажу, ребят, такая как латки, короче, специфические, битумные. Купил, ребятки, латку, кирпич не надо никому. Зисунька, собираемся. Собираемся, бегом, быстрей. Быстрейше, Зевс. О, собаки гавкают. Да я сейчас пойду их покусаю, Зевс. Так, спасибо огромное ребяткам в Запорожье за энергетик. Взял с собой, потому что на улице жара, пекло просто нереальнейшее. Еду помогать срочно братишке. Вот, так что выезжаем, ребят, погнали. Да? Зевсунь, погнали. Гляньте, как сел на ногу, чтобы я не донедился. Ох, и же здесь сунул. Супермаркет класс. Сейчас подскупляемся, ребятки. Ох, и жарюка сегодня, ребят. Ох, и жарюка. Давайте, за ваше здоровье. Запорожье, спасибо. О, как бальзам на душу. Обалдеть. Манго, ребят, манго. Чистый кайф. Таксист. А заказы сыпет. Не, наверное, не знает, как взять. Новые дома, ребзики. Новые дома. Такая атмосфера. О, лесопедист одинокий какой-то, гонщик. Аквапарк, ребзики, ребятки, аквапарк. Еду купаться срочно. На улице жарища сейчас, на эти горки с водичкой. Только плюх и кайфуем. Что нам же больше делать нечего, вот это и будем купаться. Гагарина, шуруем, ребзики. Цветочки, ляньте, растут. Красота, порядок. Ребятки, заезжаем в пятихатки. Такая тут атмосфера. Кто спрашивал, как тут живут люди. Все побито, посечено осколками. Жесть. Окон нету, балконов. Так вот люди и живут. Вторая северная Салтовка. Вообще один дом есть, пол дома нету. Тут магазинчик, когда-то скуплялся я. Все с магазином. И тут же пацаны. Пацаны, ребятки, есть на велосипедах катаются. Вот смотрите, просто киоск. Люди ждут транспорт свой. Вот прилетала в палатку. Вот, смотрите, дом. Нету дома. Молодежь пытается жить как-то, выживать. Такая атмосфера, ребят. Так тут люди и живут. Так что как-то так. Бабушки вон гуляют. Парк, сквер тут, видите. Люди возвращаются, да. Просто вопрос, куда? Они возвращаются в свои побитые дома. Посечено, пофигачено все. Повылетевшие окна.
балконов нет. Кто-то утеплял свою квартиру, побилое утепление это. Ну вот видите, ребята, короче, ужас, просто ужас. Вам пятихатки вкратце. Жили люди, никого не трогали. Церковь, видите, ребят, тоже побита. Автобус уже какой-то сюда даже ездит. Церкви вообще очень сильно досталось. А вот тут я всегда останавливался, туда носик пудрить уходил в кущи. Если что, вдруг кому интересно. Так, ну здесь вот видите, вот так вот все тоже побито. Прям капец. Посмотрите, как поразбито. Все, ребятки, возвращаюсь в город Харьков. Харьковские ворота. Все-таки тянет в родной город. Тут вот, кстати, с левой стороны проезжали, кто помнит, всегда поросятки дорогу перебегали. Напишите в комментариях, ребят, кто помнит. Нету ничего. Разбито все в хлам. Там был частный мини-зоопарк. У нас попутчица, ребят. Едет на халяву зайцем, оса. Представляете? И скорость чем маленькая. А она шурует. Вот где-то здесь, ребятки, с левой стороны были поросята. Постоянно они переходили, перебегали дорогу. И нету уже этих поросят. Тут они в низине лазили поросята, а потом только раз перекрывали движение. Вот тут возле пешеходного перехода, я вот помню частенько. О, видите, там вот разбитые дома, крыш нету, где были поросята. Вот такие дела. Жесть какая, ребят, в городе Харькове. Так вот и живем. Кошмар. Куда ни глянь, все разбитое. Вот тут сейчас. Сколько доллар, ребят? А ну-ка давайте глянем. Каждый день цена растет. Ёханый бабай. 39.30. Иди сюда, мой сладкий помидорчик. Уже к 40 движется. Будьте так любезны. Вот так вот. Так, ребятки, я шурую уже обратно. Потихоньку, помаленьку. Такая, видите, как обстановочка в нашем городе. Так вот и живем. Ребятки, на улице плюс 32. Вот такая погодка у нас, собственно говоря. А на солнце до плюс 47-50. Еще раз сходил. Вот такая самая дешевая кисточка и валик. 51 гривна. Что, зевсунька, шуруем? Шуруем на крышу, погнали. Приоделись уже. Да, приоделись мы с девсом. Смотрите, какие крючки. Чепчик такой рэпицкий, чекибаунау, футболочка на шортиках вообще. Сейчас, ребят, хочу поподметать здесь и все-таки поднять пару шиферин, попробовать, как они будут подниматься. Посмотрите, вот та вот шиферина, видите, она вот просто, она вот спущена что-то вниз. Почему так было сделано, непонятно. Эх, ребятушки, эх, мать меня, дворником родила. Та-та-ра-та-ра-та. Погнал, Санечек, ваш. А то, вы говорите, не подметаю. Тут даже крыши подметаю и шампунем мою. Так, ну что, мои дорогие, сегодня была переделана куча работы. Во-первых, братишке помог, отвез еду, в общем, кучу, море еды, хватит там ему и не только ему. Поэтому все четенько, сделано дело, доброе, и это круто. Крышей занимаюсь, как вы видите, да? Эх, мать меня, дворником родила. Когда подметаю, люблю всегда такое. Вот. С крышей там, конечно, тоже работа непочатый край. И осколками посечена эта крыша. И от такой вибрации подходила, полопался там раствор. А вибрация, сами представляете, какая. Если даже дом лопнул, представляете, кирпич лопнул вот так, а потом еще и вот так, то есть тупо на 4 части.
то, конечно, крыша тоже ходором ходила и ходит, продолжает. В общем, такие, ребят, дела. Где-то подтекало за счет того, что, ну, в такое время было просто принято решение что-то подставить. Потому что когда в том году часто прилетало, как раз только оставалось на крыше лазить. Тут светомаскировка, люди боялись вообще с домов выйти. Ну а сейчас все-таки надо что-то делать с этим, поэтому, ребятки, дело. В общем, мои дорогие, держимся. Надеюсь, у вас все в порядке. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.